Иду домой. Ездила, ребята, в город. Сейчас расскажу, зачем и почему. На улице хорошо. У меня Ванечка гуляет. Сын, а ты что, один гуляешь? Вот засранцы. Опять никто с ним не вышел. В целом, съездила в город, ребята. Я когда вчера занимала денежку, занимала с умыслом, чтобы купить пленку. И съездила, взяла 15 метров. Пленки вечером подруга мне на машине привезет, потому что тащить ее тяжело. А ты почему один, где все? Там. Там. Сейчас они по жопе у меня получат то, что они за тобой не смотрят. И, ребят, разорилась, купила кустик вишни. И взяла перцы, 4 штуки последние, ну и хлеб еще. Вишня у нас по 400 рублей. Хотела еще купить красную смородину, но у меня на нее денег не хватило уже. Поэтому ладно, в следующий раз. Мне кто-то из подписчиков писал, что в фикс-прайсе есть хорошие кустики. У нас, ребят, в нашем городе редко бывают хорошие кустики. Ну вот я потом деньги получу, схожу. Сначала долги раздам, потом посмотрю, если останутся деньги, то схожу обязательно посмотрю. Спасибо за совет. Сейчас эту вишню замочу, и мне надо будет съездить на Соликамском автобусе Ильюше передать сумку, пакет в Соликамск через автобус. Ладно, идем домой. Иду опять на остановку. Мне надо съездить на Соликамском автобусе и передать Ильюше пакет в Соликамск. Так что вот так едем в город снова. Дорогие друзья, хочу вас порадовать. Хочу сказать спасибо Наталье. Перевела 1 рубль Наське на кусты и сковородку. Спасибо большое. Вот видите, поступил донат на 1 рубль. Все-таки донатят люди. Значит, я обманываю, что не донатят. Вот видите. Дорогие друзья, у нас вечер, ну а я готовлю кушать. Решила кашу рисовую с желудками сделать. Сейчас обжариваю прям в сковородке морковку, лук и желудки. И потом просто добавлю приправы, воды, скипячу это. И рис добавлю, и будет каша с желудками. Пока готовлю кушать, смотрю сериал «След». Напишите, какой вы сериал любите. Я «След» смотрю очень часто. У нас уже гости приходили в баню, помылись. Скоро мы пойдем в баню мыться. И у меня по ходу дела начинает заболевать Маша. Простыла, видимо, говорит, в школе вода холодная, мы, говорит, пили. И что-то сегодня сотру, у нее 37 температура была. Ну, надеюсь, все обойдется. Ладно, приготовлю, покажу, что получилось. Знаете, вот человек, который сегодня задонатил, вам огромное спасибо. Знаете, вот даже рубль – это уже деньги. Представьте, если вот со всех моих подписчиков по рублю, то у меня получится 6 с лишним тысяч. Это была бы вообще чудесная сумма. Но, дорогие друзья, не надо мне ничего переводить, даже по рублю. Я вас очень прошу. Всем крепкого здоровья. Всем доброе утро, Марина. Скажи привет. Привет. Да, и Ваня, помахай привет. По машинам. Эй, молодец, сынц. Мы идем в садик. Сегодня первый день. Сегодня опять у нас ночью дождик был. Видно прям все сырое. Я вчера что-то моментально уснула, видать, от того, от усталости, что ли. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Я пришла домой. Знаете, что я хочу вам показать? Посмотрите на эту белую землю. Черемуха осыпается. Дожди идут, черемуха осыпается, и как будто снег напорошило. Там мои курочки уже вышли на прогулку. Не смотрите, как все бело. Кошмар. Там тоже, где вторая черемуха, все белое. Такое ощущение, как будто зима снова идет. Ладно, идем домой делать уборку. У нас вечер. Оксана, скажи всем привет. Ну-ка, повернись. Косичку-то что-то, Оксана, в шапке все еще ходит. Надо тебе кепку купить. Деньги получу, купим кепку. То и все кепки маленькие стали, да, Оксана? Угу. Мы с ней идем в садик.
на всякий случай денежку взяла с собой, чтобы это, если дождик пойдет, а то что-то у нас сегодня опять все громыхает, сверкает. Если дождик пойдет, то обратно уже на автобусе поедем. Да, Тайсон? Тайсон хороший мальчик. Тайсон, кстати, таблетку от этих, от глистов дала. Сейчас должен поправиться немножко. Потому что дала ее. Он всегда после таблетки всегда поправляется немного. Ладно, идем. Дорогие друзья, сегодня, честно говорю, вообще ничего не снимала. У меня сегодня весь день болит желудок. Я не могу. У меня, знаешь... какое-то такое отрыгание чем-то таким непонятным, и желудок прям горит. И у нас сегодня погода прям гремит и громыхает, опять все сверкает. Мы сейчас с садика добежали бегом-бегом. Ну ничего, там еще в садике помогли воспитательнице доски переложить, она нас попросила, мы помогли с радостью ей. И я забрала сегодня в садике пасхальное яйцо первое, которое я вышла. Фотографию где-нибудь вот здесь вот вставлю, обязательно покажу вам. На остановке гремело. Что у тебя, как Маша, самочувствие сегодня? Нормально? Ну, слава богу. Маша просто вчера себя плохо чувствовала, а сегодня нормально, говорит, ее. Я сегодня даже учительница позвонила, попросила, чтобы приглядели за ней, что переживать начала. Ну, сегодня, говорит, нормально все у нее. Слава богу. Вот такой вот у нас день. Муж у меня начал копать парник понемножку. Потихоньку хочет сначала перекопать его, там все сделать, все лишнее поубирать. Рейки где старые поменять, доски. И пленку вчера мне подруга вечером привезла, которую я купила днем. Просто ее тяжело было тащить. Она ее на машине мне вечером закинула до сюда. И пленку я взяла 15 метров. Будем на днях, ну надеюсь, что погода будет нормальная. И мы на днях будем уже ее... делать. Парник сделаем и посадим. Все посадим, все сделаем. Узнаем насчет трактора цену, сколько и что будет стоить. Ну, надеюсь, что нормально будет стоить и все нормально будет. И что я смогу спахать огород. Многие вот вручную посадить можно. Посадить-то это не проблема. Там, ребят, сначала спахать надо. А вспахать его, это... вдвоем мы просто не справимся, даже если вдвоем будем копать. Так что вот так вот. Надеемся, что с Пашем. Владик, ты не звонил этому трактористу, который в том году нам пахал? Нет, надо позвонить, узнать, сколько он будет брать. И свободен ли он будет числа 24-го. Чтоб мне точно знать, что трактор будет, и деньги снять с карточки потом. Когда зарплата придет с Ютуба. Да, нынче зарплата небольшая, но на пахоту я все равно отложу. Пахать, потому что надо. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот у меня был день. Ничего не снимаю сегодня, простите, но я вам уже говорила, что когда я себя плохо чувствую, я снимать ничего не буду. Я сейчас таблетки пью, надеюсь, будет все нормально. А, да, сегодня Оксанина... фотографию забрала. Мне надо еще забрать фотографию у Маши и у Кати. По две штуки, каждая 700 рублей. Тебе дали? Фотографии дали? Так я деньги-то еще не отдала, тебе уже дали, но не сюда. Сегодня забрала Оксанину фотографию. Сейчас поблизости покажу вам Оксаночку. И потом отдам? Да, я сказала, потом отдам. Так, и Машина. Ой, какая у меня Машенька тут красавица, моя девочка. С девочкой, со своей одноклассницей. И тут еще вот такая. Вот Маше 600 рублей надо отдать за фотографии. И Кате, по-моему, столько же. Или 700, Кате, я точно не знаю. Ну, я попросила, что я отдам в конце месяца, как зарплату получу. А, вон где Машенька здесь. Сейчас я вам вблизи их покажу. Смотрите, Машенька. И вот здесь Машенька у нас. Девочку не будем засвечивать? Ну, вот так вот Машенька наша красавица. Красивая-красивая девчулька. Скажите ведь, да? Угу. Чудо в перышках, самая красивая девочка. Все красивые у меня девчонки. Так что вот так вот. Знаете, что я хочу? Я хочу купить самую большую раму для фотографий и сделать коллаж из фотографий. Вот давно это мечтаю, но вот самая большая рама очень дорого стоит. И я хочу, очень хочу сделать коллаж из фотографий. Ну, красиво, Машенька, получилось. Красавец. Видишь, девочки такие майки носят, белые с прозрачным, и ничего.
Вот тебе тоже надо ее одевать. Я не знаю, что ты ее не одеваешь. Может, такая же есть, она ее не хочет одевать. Красиво бы смотрелась. Пускай здесь будет, я потом приберу. Ладно, дорогие друзья, вот так вот у нас. Всем всего самого хорошего, самое главное. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Дорогие друзья, решили мы с Машей испечь кексиков. Что мне для этого понадобится? Мука, сахар. Здесь у меня разрыхлитель. Ванильный сахар у меня в пакетике есть. Яйца и кефир. Мы будем все это делать на кефире. Сейчас мне на яйца взбить с сахаром и с ванильным сахаром. Сейчас все это сюда добавим. И все это миксером я взобью. И потом вернусь к вам. Так, вот так вот, дорогие друзья, я взбила яйца с сахаром. Пока я их отставлю. Нам сейчас понадобится мука и разрыхлитель. Мы делаем в муке небольшое углубление. И сюда высыпаем наш разрыхлитель. И все это нам надо перемешать. Я не учу ни в коем случае вас делать кексы. Ну, просто решили поделиться. Ну, вот такой вот рецепт. Мы с Машей нашли. И вот сейчас будем делать. Сейчас мы в этот рецепт добавим кефир. Кефир у меня лежал в теплой, ну, в комнате, чтобы он согрелся. Сейчас будем добавлять. И все это сейчас заболтаем, замешаем. Аккуратненько все перемешиваем. Можно сразу сюда добавить вот эту вот яичную смесь с сахаром, которую мы с вами взбивали. Мы сейчас тоже сразу сюда ее с вами и добавим. Приношу извинения, просто тут Катя в тостере делает хлебушек себе. Они любят зажаристый хлебушек делать в тосте. Так, ну вот как смогла, выскребла. Так, это убираем. И также нам надо сюда с вами добавить растительное масло. Я в описании обязательно напишу рецепт, но поменьше, чтобы объем был. Так как у меня семья большая, я всегда делаю большим объемом. Поэтому в описаниях оставлю рецепт с маленьким объемом. Если интересно, то пройдите в описании канала. Сейчас все это миксером забью и покажу вам. Все, дорогие друзья, вот такое вот у меня тесто получилось. В принципе, нормально, не густое, не жидкое, средней консистенции. Сейчас будем заливать формочки и будем ставить в духовку. Буду выпекать это все в силиконовых формочках. Ладно, заливаем и ставим выпекаться. Покажу, что получилось. Испекла первые кексики вот в этой формочке и вот в таких. У меня духовка неравномерно пекет. Хоть я и переворачиваю, но все равно где-то сильно зажарюсь, а где-то вообще слабенько. Ну, сейчас переложим на тарелочку. Вот такие вот, ребята, кексики получились в больших формочках. И вот такие вот в маленьких формочках. Очень вкусные. Вот так вот они внутри. Получились пористые, очень вкусные, хрустящие кексы. Сейчас мне тут Светочка заполняет еще форму, а вторую партию уже отправили. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита! Поставила последнюю партию кексов выпекаться. Большие испекла, вкусные. Смотрите, какая вкуснятина. Мягкие, на кефире очень вкусные. И также мы сегодня сварили целую большую кастрюлю вот таких куриных ножек. Деткам просто поесть кетчупом. Они у нас попросили мясо. Ну и мы творили. И они уже много съели. Извините, что жуюсь. Но очень вкусные кексы. Пойду я с чай с кексами попью. Там еще мы остатки кексов сделали. Добавили какао. Там Катюша у меня. И сделали шоколадные. У меня выпекается вот последняя партия шоколадная.
Если вам понравился сегодняшний влог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья. Это для нас сейчас самое главное. Всем говорю, пока-пока.